Здравствуйте, мой класс, с вами Макс. И обучение трюку. Значит, что нам понадобится? Нам реально понадобится две монеты и либо украшение какое-то, либо часы, либо просто кофта с длинными рукавами. В принципе, можно показывать и без нее, но с ней будет трюк более оправдан. То есть, смотрите, нам понадобится две монеты реально, да? Вот. Вы можете зрителю продемонстрировать, дать подписать, чтобы ничего не было, никакой подмены. Дальше. Когда мы зажимаем 5 рублей в кулаке, мы ее не совсем зажимаем. Мы вот в таком положении ее держим внизу. То есть она у нас вот так вот прижата к руке кончиками пальцев. То есть вот вы показываете 5 рублей и якобы ее зажимаете. Хотя она у вас держится буквально вот на кончиках пальцев. Дальше вы говорите следующую вещь. Якобы, чтобы трюк был еще чище, мы засучим рукава. И когда мы вот делаем такое движение, как вы все понимаете, монета у нас оказывается тут. Как это происходит, когда мы вот якобы зажали, она у нас вот тут торчит. И когда мы тянемся вот так вот поправить рукав, мы просто ее вот сбрасываем. Монета у нас уже тут. Но мы сбрасываем ее не с вот такой вот высоты, да, а мы проводим очень-очень близко рукой, и как бы можно даже рукой ее и забрать дальше. Вот мы засучили рукав показываем. Можно это также засучить, в принципе, не обязательно, но для синхроники можно. Вот. Дальше вы кладете, где уже пустая у вас рука, то есть у вас здесь 5 и 10 в руке в этой же. То есть вы кладете, обязательно говорите, мы кладем 10 на той же руке, где у нас, в которой лежит 5. То есть зритель, он понимает, ага, там еще 5, все нормально. Вот, как бы для зрителя это, ну не знаю, как-то так делает самовнушение такое. Зритель еще, монета еще там. Вот, дальше, вы делаете такое движение. Как в испарении, только вы вот так вот монету не сбрасываете. Точнее, вы сбрасываете, но не сильно. Смотрите, вот. Вот вы держите здесь 5 в пальме, да, показываете. И вот для вас это выглядит, точнее, вот для меня, как вот зритель этого не видит. Зритель видит вот эту часть, а вот как это выглядит для вас. Вы накрываете нашу 10 и сталкиваете ее. Блин, как бы это показать неудобно. Вот, короче, когда мы накрываем рукой, мы большим пальцем заталкиваем его в кулак. И кулак, вот как бы, чтобы сболкнуть, сейчас покажу вот двумя пальчиками, да, вот вы наклоняете его, и она уходит у вас в кулак, и оставляете тут уже нашу пятерку. А дальше вы показываете, мол, пятерка проявилась у нас, а что в руке, а в руке 10. Ну, как бы, надеюсь, я понятно объяснил. Советую потренироваться для этого трюка, потому что трюк реально выглядит, вот он эффектный. Вот так что это выглядит в быстроте, когда вы зажали, поправили рукав. Также говорю, может быть, не обязательно именно рукав, часы, сбросили монету, оп, проявили. Самое главное, что у вас эта рука чиста, а в кулаке уже 10. Вот такой вот трюк, надеюсь, вам понравилось. Еще раз говорю, этот трюк уже был на сайте, не надо мне писать его. Просто трюк этот, ну, недоступный, его закрыли. Вот. Еще раз надеюсь, вам понравилось. Понравился сам фокус, и что непонятно в обучении, также пишите в комментариях.